приведу вам такую аналогию, например, о мышлении. Есть две квартиры. В одной кое-как убирали, поддерживали порядок. И, в принципе, если заходиться убирать, то за час можно навести порядок. А во второй ничего не делали. Куча мусора, хлама, пыль, паутина, ржавчина. И если прийти туда убирать, то надо потратить очень много времени и кучу всяких моющих средств специальных. Так и с нашим мышлением происходит то же самое. Если мы хоть как-то что-то где-то читали, какие-то книги, где-то что-то слышали, пытались над собой работать, и тут мы взяли какой-то инструмент, например, медитацию, начали медитировать, у нас начинает что-то получаться. У нас приходят деньги, у нас исполняются желания. И второй вариант, когда вы ничего не делали, вы вообще далеки от этого. Человек взял медитацию, начал медитировать, и у него ничего не происходит. И он сразу говорит, это не работает. Да это не работает, потому что, извините, вы в своей голове вообще не наводили порядок. У вас там такой бардак, что для того, чтобы что-то начало работать, надо менять мышление комплексно. И одной медитации, конечно же, будет мало, но как инструмент для начала она лучше всего работает и легче всего. Она хоть как-то начинает настраивать ваш мозг на ту ситуацию, на ту ветку реальности, к которой вы хотите прийти. Тут медитация, там вы почитали книжку, потом вы пошли на какое-то наставничество, пошли на обучение. И таким образом вы подходите комплексно. Но начинать надо с чего-то.